сын родины своей, сын трех эпох. СССР человек делал легко вздох. Нас не делили... В клипе Денис Шульга говорит о своем взгляде на три эпохи нашей страны – советскую, перестроечную и новую Россию 2000-х, явно отдавая предпочтение последнему времени. Клип снимали режиссеры из Минска, но сценарий тоже писал сам рэпер. Автор утверждает, что на съемки клипа потратил 8 500 долларов, откладывал эти деньги на дом, теперь придется повременить. О прокате с телевизионщиками музыкант не договаривался, но говорит, что коммерческого выхлопа не ждет это творчество. Следующую работу Денис Шульга хочет посвятить острой теме коррупции в России.